числу привитых от коронавируса владимирцев теперь прибавились и члены региональной общественной палаты. Вместе с другими горожанами общественники прошли вакцинацию в городской клинической больнице номер 5. По признанию самих участников, укол они перенесли легко. На самочувствии прививка никак не сказалась. Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, мы приняли решение пройти вакцинацию, сделать прививку, к чему и призываем всех жителей Владимирской области. Укол переносится легко, самочувствие отличное. Всем здоровья и благополучия. Наконец-то сегодня появилась возможность сделать прививку от коронавируса. Много читал, изучал, что это такое, какие у него могут быть последствия. Вот сегодня мы делали прививки в рамках общественной палаты. Наконец, надеюсь, можно будет проводить мероприятия не заочно по ВКС, а встречаться, общаться с людьми и не бояться каких-либо последствий. От коронавируса владимирцев прививают отечественной вакциной «Спутник Ви» в 2 этапа. Через 3 недели после первой прививки пациенту вводят второй компонент вакцины. В первую очередь от COVID-19 прививают медиков, соцработников и педагогов. К числу привитых присоединились также и некоторые чиновники областной администрации. По планам Департамента здравоохранения, к 1 июня вакцинацию пройдут около 60% жителей области. При таких показателях можно будет, наконец, отменить все антиковидные ограничения. На вакцинацию в настоящее время открыта электронная запись. Я думаю, что прививаться надо. После предварительной консультации терапевта, оценив все риски, плюсы, минусы. Но так мы сможем побороть пандемию и улучшить качество жизни и здоровья. Хорошая возможность создать коллективный иммунитет, чтобы защитить своих родственников, обезопасить себя от воздействия новой коронавирусной инфекции, от осложнений, которые вызывает данная инфекция. В связи с этим я считаю, что прививаться нужно и призываю вас это делать.